the way I like it. Итак, приветствую вас, друзья. На носу у нас очередное истребление пришельцев. Это второе истребление, которое происходит в игре. Нам придется с вами сражаться с кораблями жнецов, если вы, конечно, сможете это делать. Более подробную информацию можно почерпнуть вот из моей группы ВКонтакте. То есть переходите в группу, опуститесь вот сюда немножечко пониже и найдете вот один из предпоследних постов. Тут как бы я все расписываю и описываю более подробно, более детально. Не буду в этом видео на этом останавливаться. Кстати, можно еще воспользоваться хэштегами. Вот в обсуждениях справа в меню есть специальная вкладка «Хэштеги». Если сюда зайти, то вот есть хэштеги, через которые можно сразу попасть в какую-то новость. Все, что касается пришельцев, ивентов и риотов, забито под хэштегом Вега Ивент или хэштегом Вега Пришельца. Вот давайте попробуем, нажимаем Вега Пришельца и видите, вот как раз вот это вот событие, которое у нас намечается на буквально на завтра в ночь, скажем так, на 27 января. Ну давайте вернемся в игру. Итак, через 6 часов начнется это событие. Поговорим немножко о призах. Нам в этот раз предлагают выиграть две новинки и, как обычно, наборы различных традиционных призов, к которым мы уже более-менее привыкли. Что касается кораблей, то тут, я думаю, все как бы предельно понятно. В это событие разыгрываются именно конкретно готовые корабли, то есть это не чертежи там никакие, никакие схемы, это именно конкретно готовый корабль, то есть набираете миллион баллов и получаете готовый линкор Hellfire. Правда, пустой, ну, оснастить сможете уже на свое личное усмотрение. Что выбирать из двух кораблей, это уже решайте сами. Ну, я бы отдал, разумеется, предпочтение линкору. В принципе, как бы штурмовик тоже достаточно хороший, неплохой. Особенно если учитывать, что здесь же и разыгрывается броня-схватка, которую можно как раз применять на вот этих вот кораблях Железной Звезды. И она предназначена только для них. Очень хорошая броня, кстати. Берите обязательно ее в игре. Ну, берите третий уровень. Я в свое время не стал открывать, посчитал ее ненужной, так как Железную Звезду в принципе не строю. Если у вас есть Железная Звезда, если вы строите эти корабли, если на них летаете, то я рекомендую вам ставить именно вот эту броню. Ну, разумеется, берите третий, ну, второй, наверное, тоже уровень пригодится. Броня очень хорошая по всем своим характеристикам. Ну, пожалуй, наверное, самая лучшая броня в игре пока что. Возможно, в скорости появится какая-то новая броня, там, которая будет только, там, я не знаю, для корпуса «Демон». Значит, дальше у нас здесь блистерные установки, предназначены только для корпуса «Демон». Это спецсредство, оно для взрывного оружия. Ну, оно добавляет урон, плюс 50% урона. Я, честно говоря, лично не испытывал и ни у кого пока что еще не видел, чтобы они стояли. Но думаю, что на кораблях таких, например, как штурмовик «Василиск», вот это оружие совместно с так называемым деревом или торпедометом с разлетающимися боеголовками должно смотреться очень круто. Да, в принципе, наверное, и даже на крейсерах, и на фрегатах должно смотреться вот это вот спецсредство очень круто. То есть можно поставить, например, его на ковенанты, и ковенантами, таким вот full rush флотом, можно и базы сносить запросто будет, и того же самого жнеца. Вот, ну, как бы я пока что их нигде не применял и пока ни у кого не наблюдал, чтобы кто-то их применял. Хотя, на самом деле, действительно, очень хорошее спецсредство, оно почему-то всеми забыто, так скажем, отложено там на полочку, на второй план. Все стремятся заполучить себе и использовать летучее топливо. Ну, а помимо всего прочего, есть, конечно же, и вот такие вот интересные спецсредства. Также здесь разыгрывается башня с ракетометом «Сико». Я рекомендую, если будете себе его открывать, если у вас еще нет, то открывайте третий уровень.
так как это башенное оружие, оно для обороны базы предназначено. В принципе, второе и первое вам будет абсолютно не нужен. Вот, открывайте третье, если считаете такую необходимость. Хотя с появлением новых видов вооружения, таких как пушка «Шторм», вот это, конечно, башня с ракетометом «Секо» отошла на второй, даже, наверное, на третий уже план. И сейчас ее все, у кого она стояла, ее активно заменяют. Вот, и я в том числе, кстати, тоже, да, меняю эту пушку на другое оружие, уже более прогрессивное, более мощное, более точное, скажем так, более лучшее. Ну, что касается ящиков, я думаю, так все понятно, тут уже сами разберетесь, описывать особо нечего. Более пристальное внимание давайте обратим на два новых вида, так скажем, призов, то есть это лучи сверхновая или ново, назовем его так, и компьютер наведения. Ну, компьютерное видение вообще какая-то на самом деле неведомая хреновина. Зачем это спецсредство нужно, я, честно говоря, пока затрудняюсь сказать. Скорее всего, киксы просто таким образом стараются чем-то наполнить, скажем так, ивент, ну, какими-то новыми плюшками. Как говорит описание, компьютер позволяет вести огонь сразу по нескольким целям. Особенно эффективен против отрядов из множества небольших кораблей. Ну, очевидно, что вот на третьем уровне добавляется 6 целей, то есть, допустим, у вас 8 пушек, и корабль у вас будет стрелять не по одной какой-то цели, на которую вы наводитесь или он автоматически наводится, а он будет сразу стрелять по 6 целям, которые в радиусе поражения будут находиться. Ну, вот насколько это эффективно, достаточно сложно сказать, потому что понятное дело, что когда снаряды стреляют не в одну какую-то цель, а в несколько сразу целей, то соответственно и таким же образом теряется, мне кажется, эффективность оружия, потому что понятное дело, что уменьшается фокус вашего оружия, ДПС уменьшается по тому или иному кораблю, он распределяется, получается, между 6 разными целями. Насколько это будет эффективно, не совсем понятно. Кроме всего прочего, это является спецсредством, то есть оно будет устанавливаться в слоты для спецсредств. То есть, соответственно, если установить компьютер наведения в слот для спецсредства, то придется чем-то пожертвовать. Опять же, у нас только 2 слота на тех же линкорах, то есть мы можем поставить туда двигатель, например, летучее топливо. Если это торпедомет «Вектор» мы используем, соответственно, придется чем-то пожертвовать. Двигателем нельзя, так как нас тогда будут догонять. Вот летучим топливом тоже не пожертвуешь, потому что тогда торпедомет «Вектор» так очень вяло летит. Торпеды с него очень плохо стреляют, поэтому тоже, собственно говоря, им не пожертвуешь. Поэтому пока, ну, не вижу я какой-то крайней необходимости в этом компьютере наведения. Хотя, конечно же, есть у нас и ряд кораблей, у которых по 3 слота для спецсредств. Это, например, такой фрегат, как фрегат «Оспрей». Для многих это вообще пустой звук, потому что разыгрывался этот фрегат, я уже не помню, там, бог знает когда, 2 года назад, наверное, разыгрывался всего-навсего один раз. Я его тогда даже открывать не стал, потому что, ну, на самом деле, для фрегата, фрегат говняный, там всего 2 слота для пушек было и вот 3 слота для спецсредства. Вот это, конечно, да, туда можно будет впихнуть вот эту хреновину, компьютер наведения и двигатель, там, и какое-то спецсредство, тоже летучее топливо, но опять же из-за очень маленького количества слотов для оружия этот корабль становится просто бестолковой такой бессмысленной летающей железякой, болтом, да и ставить компьютер наведения в фрегат вообще не вижу никакого смысла, поэтому, честно говоря, не знаю, как вот это использовать, компьютер наведения, возможно, у вас есть какие-то мысли, какие-то там идеи, скажем так, тогда пишите их в комментариях под этим видео. И вместе с вами обсудим, подумаем, стоит ли брать этот компьютер или нет. Ну, пока что мое личное мнение, это спецсредство можно не рассматривать. В принципе, можно его не открывать. Можно открыть, там, я не знаю, ну, первый уровень. Вот, будет там 2 цели вам добавлять, там, ну, или открытие второй, чтобы добавляло 4. Вот, смысл там тратить очки для открытия третьего уровня этого приза, ну, я, честно говоря, его пока не вижу. Более вот интересный приз в этой игре — это луч сверхнова или луч нова, назовем его так. Это новое энергетическое оружие, оно анонсировалось в прошлый раз, но, к сожалению, киксы по какой-то причине отменили.
его и не разыгрывали. В прошлый раз, кстати, статы по урону у дальнего луча были намного ниже, в этот раз их подняли. Возможно, поэтому и отменяли тогда, потому что решили немножечко поднять ему ДПС этому оружию. Ну, я его решил сравнить, в принципе, с более привычными, более стандартными пушками, которые повсеместно используются. Это пушка Аврора и импульсная пушка. Ну, как вы видите, все, так сказать, налицо. Масса у луча сверхновая намного больше, даже чем у импульсной пушки. Значительно больше, почти на 400 тонн. Соответственно, видно, что урон несопоставим, например, с пушкой Аврора, у которой 56 единиц всего-навсего, здесь целых 90. Ну, опять же, у пушки Аврора есть дополнительный бонус пробития щита плюс 25%, точнее не пробитие, а урон по щиту 25%. Ну, у импульсной пушки намного больше дальность, 3400 метров. Я на самом деле, когда увидел вот этот луч сверхновая, сразу подумал о том, что сильно маленькая у него дальность, 3200 метров. Ну, потом поближе рассмотрел те пушки, которые уже более привычны, и та же пушка Аврора, как вы видите, у нее 3250 метров. 50 метров, конечно, могут решить исход боя, но я думаю, это не сильно критично. Меня больше заинтересовало описание этой пушки, где написано, что при разрыве создает этот лучик какое-то звездное образование, которое наносит дополнительный урон врагам, находящимся рядом с целью. Вот это уже, кстати, достаточно интересно. Мне очень интересно, как именно будет стрелять вот этот луч, каким образом это будет происходить. Видно, будут какие-то разрывы от энергетических снарядов. Я так подозреваю, что выстрелы будут похожи, наверное, на пушку Аврору. Почему-то мне так кажется, если при попадании происходят какие-то разрывы и образуется звездное образование. А возможно, и будет, как у импульсной пушки, такой длинный долгий луч, а потом, после того, как он будет прекращаться, может появляться будут какие-то разрывы. Ну, в общем, время покажет. Осталось тут пару дней, уже скоро, я думаю, кто-то ее откроет, тут же поставит там себе на корабль и тут же ее проверит. Поэтому увидим, как она стреляет. Я думаю, вот этот луч сверхновая все-таки стоит рассмотреть как один из приоритетных призов для открытия. Ну, в принципе, смотрите сами. Ну, вот даже, например, если взять второй уровень, масса у него меньше, чем у импульсной пушки, как вы видите, 857 тонн, у импульсной пушки 950, а урон на 2 единицы, на целых 2 единицы больше, да, у импульсной там 70, а здесь 72. Поэтому, в принципе, я думаю, достаточно будет открыть луч сверхновая второго уровня для того, чтобы масса была сопоставима с вашими кораблями. Но, в принципе, что касается третьего уровня, то здесь, конечно же, придется данный луч устанавливать на корабли, у которых очень большая масса. То есть это, опять же, корабли демонов или корабли Железной Звезды, потому что в другие корабли уже смысла вот эту пушку ставить просто нет третьего уровня. Она туда, ну, просто не влезет достаточное количество. Вот, поэтому, как бы, смотрите, как всегда, я говорю вам сами, какие призы вы считаете приоритетными для открытия. Я бы на самом деле на вашем месте, вот именно в этот ивент, делал упор на открытие кораблей. Если вы Hellfire еще не строили, то вот это ваш шанс, в принципе, пару штучек, я думаю, можно нафармить, ну, попытаться хотя бы попробовать. Вот, опять же, тот же самый питон тоже можно открыть, видите, они уже как бы готовые, по 6 штук, ну, понятное дело, что достаточно много надо очков насобирать. Ну, мне кажется, что корабли в такие вот события, в истребление пришельцев, они более актуальны, чем вот эти вот всякие оружия, там, спецсредства и брони, потому что все это взаимозаменяемое. Броню можно поставить обычную, ну, торпедомет Секоу, он уже, как я говорил, отошел на второй план, блистерны установки, это уже как бы ваше дело ставить, не ставить, тем более они только для корпуса демон предназначены. Ну, разве что луч сверхновая, я думаю, стоит открывать все-таки. Ну, основной упор все-таки делайте на корабле, ребят. В общем, буду заканчивать. Надеюсь, обзор вам понравился. Надеюсь, я вам в очередной раз смог помочь. Не забывайте ставить ваши пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Оставляйте свои комментарии под видео. Все нужные ссылки, в том числе и ссылки на мою группу ВКонтакте, будут также под этим видео. В
разделе «Еще». Всем удачи в этом событии, друзья, и до новых встреч. Пока-пока.